комментарий от благодарного подписчика Татьяны Белоус. Древние руины на фоне еще более древних, архаичных. Многое уже исчезло к нашему времени. Да, строили люди, и украшая, и расписывая потолки и стены, порталы, двери и стелы, вырезая на неразрушимом, как им казалось, бетоне знаки, символы и письмена. Они думали сохранить свои знания и передать свою историю и историю человечества нам, их невежественным потомкам. Но время неумолимо. И не только время. Засыпавшие на две трети эти руины, а некоторые и полностью песком, чувствуется целенаправленное разрушение. И против рук, специально направляемых варваров и религиозных фанатиков, не может устоять никакое величественное сооружение и никакая культура. Видно, что уничтожались именно лица и головы статуй, позволившие бы определить расу строителей. Затирались именно письмена, позволившие бы выяснить, на каком языке они были вырезаны. Уничтожены почти все барельефы, изображавшие одежду, оружие, головные уборы и черты тех, о ком они хотели поведать нам. И все же кое-где еще проступают их черты. Еще можно различить их надписи, трудно расшифровываемые из-за той пелены лжи, наброшенной на наш разум современной историей, археологией, палеологией и прочими науками. А музыка поразительно подошла под это печальное зрелище. Этот шорох дождя отлично сочетается с шорохом песка, засыпавшим эти руины, и с шорохом страниц бесценных иллюстраций, напоминая, сколько тысячелетий должно было пройти, чтобы омываемые этими дождями стены пришли в такой упадок, и чтобы струйки этого дождя оставили бороздки на бетонных блоках стен, пирамид, лишенных облицовки. Thank you.
Thank you.